Повелительница льда, хуярит его я, милики, лучше не подходить. Либо давайте какой-то сейф поднимем. Ну давайте танки вперед чуть стоим. Что на прошлом, когда у меня перед рожей всех кусали, что на этом, короче, на последней секунде, в тот раз и в этот раз укусил. Пиздец. К одному Суи. Подбегаю укусили, ко второму подбегаю укусили. А тут видишь, тут никак уже, хули. Тут такое количество информации не передать, тут 8 укусов. Бля, там две повелительницы, или одна, вижу. Ну похуй, зауешь. Смотрите, сдохнул. Массакру дал. Да выбегут еще. А я поводил слизняков, блядь, на гнилом в сове, блядь. Сорвал ее. Кто это я слегка? Оказывается, сова танчить может. Аддон включу, это DTLs, блять, ебаный. Каскады что-то багается на каждом боссе абсолютно. Я что-то не багается. Не знаю, отрубается сама по себе. А, так бывает из-за пинга. Если он у тебя прыгает, у меня бывало прыгало, он бы отрубалось тоже. Сейчас минутку отведу, похильте. Ну, ДТЛ всратый, блядь, включу этот. ГЦ, блядь. Не вайпанули, наверное, охуеть. Что там по луту? Хватает. Сейчас буду разраливать серебра и леди с клиентом по 45 минут. Наверное, серебра. Дерьмич. На возложение. Блять, вы дай сокру быстрее. Сокру. Погнали. Вы, блять, не надо так гулять нахуй купать. Миленький, смотрите, сдохните сейчас нахуй. Там вертушки, блядь. Дермич спал. Блядь, глю сакра.
На синтру сразу говорю, компас и ключ одевайте. На второй фазе там чередуйте. На первой там дыхание ключ, на второй там компас. На третьей там 50% или паладин и так далее. Сы вышел все время были ДК зеленка, там айзмаунт и так далее. Плюс вурдалаки есть, если подкаст нет. А у них когда не этот? Не общий? Нет, нет. Это имба, нахуй. Это две имба три, нахуй. На синдре это просто две имба. Продал. Так, надо восстановить. А у меня есть. Компас. Какой у меня был? Я специально тестил. А клык синдрогласса с ключом прижимать не общий когда? Нет, тоже не общий. Ну, а, мне кажется, сейчас, если их не занерфят, ключ и компас, то он даже лучше, чем клык. Клык просто пока дает стамины там больше и так далее. А компас, в чем суть? Он пишет, что поглощает 17 тысяч урона, а по факту он поглощает нахуй там где-то 50. Или она забагалась сейчас, даже копья не кинул. Он, наверное, от чего-то скалируется просто, Феникс, и там не написано от чего. Да, я тестил, да, тестил, не переживайте, мы просто так бы это не говорили. Все тестил, нет, все понятно. Ну, может, от чего-то сканируется, я не спорю. Они же БКшный компас, от него переписали просто, и там убрано что-то, не хватает чего-то. Нет, они где-то проебались в логах, вот и все. Нахуй. Из-за этого оно больше поглощает урона, чем должно. Вот они же их специально апнули, раньше такого не было. Компас 4500 поглощал, ладно, короче, ключ около 9. Ладно, все, давай потом швеб спекать в ДЦ здесь, уже дальше будет ДЦ. Этот, Рид и Глю будете оба хилить. Ставлю метку на Глю, там дальше тусуйте. Фонарий с левой стороны танчишь, термич с правой. Жирных убиваем в последнюю очередь. Бентли, синрицу. И демонический доспех? И потом, и потом сразу разрыв там. На, демонический доспех, Мулинраж. Mm-hmm. На Вальку кидаешь частицу и хуяришь через землю. Через Мулинраж. Все, поехали. Худжал, забирай термич. Твоей стороны. Уджа в последнюю очередь, он подавление вышло нахуй. И хуярьте там. Уджа не надо бить. Он зомбик вышел. Маг вышел. Магу кас надо сбить сейчас. Магу кас бить. Красава. Что, я перестал лагать? Глю, отходи. Вроде. А? Да, вроде. Ну вот, видишь. Не, пинг все равно 108, у меня такого не бывает, у меня 30 обычно. Да, понятное дело, главное сама по игре, что не так сильно лагает. Червей залили быстрее. Не, лич левой стороны выходит, каст ему главное сбить, этого залпа ебучего. Настройки игры все сбросились абсолютно. Ну, перенастроишь, просто так все равно лучше, я тебе говорю. Сейчас без прокси играть, я не знаю, как массируюсь. VPN не так профитно, как прокси. По ощущениям. Пуджа в последнюю очередь. Хули вы этого пуджа пьете, блять? Ребят, нахуй, сколько раз мне повторить, чтобы вы запомнили, блять? Вон зомбик вышел, вон под давление вышло. В чем проблема? Нахуй вы этого пуджа бьете? Да. Исторгающий. Исторгающий с правой стороны. Дай Войд Бэр по нему. На ребах на сирогу. Все жирно влились и червей злили. Там маг вышел с правой стороны, каст ему надо сбить солопа обязательно. Еще раз взрыв. С хвостом стак. Двадцать семь, окей. Еще два раза прилетите и потом выхилим. Ну, два холипана можно было бы один раз залететь, в принципе, закинуть. Исторгающий с правой стороны. Блять, за бока забирайте от хилов, чтоб он там не махнул. Он не под стаками сдохнет.
Все, жирного бейте, червей сразу же нам. Еще один портал, потом захиливаемся. Жирного в последнюю очередь. Сейчас подавление выйдет. Подавление максимально быстро у меня. Подавление будет. Маг вышел с правой стороны. Кастом убить. Жирного, короче, вообще не трогаем. Убивайте все остальное. Исторгающие с левой стороны. А можно же Геру давать? Так-то нет. Нет, сейчас. Давай Геру. Швебс. Они в портале, куда? Они в портале, блядь. Они в портале, какая Гера? Еще одну дай. Давай гимн на хп Швебс. Повальки. Продолжим гимн. Червей залили быстрее. Заберите с хилов червей быстрее. Блять, что я охуенно выпал. Я бы себя хотел бы очень сильно. Бутсы секс. Бутсы говно, блять. Нормальная мастер. Так, все, блять, благо есть блинк. Шея прям, блять, бисных. Так, блин, тролль, короче. Обмен потом звезде быть. А наш номер никому не нужна, да? Я тоже могу приводить. Это повыбуха. Сбить болт. Он драбин. За сколько? 10? Подожди секунду, Андрей. Да, за 10. Так, Дармич, ты заберешь с правой стороны. У нас Благодарк потерялся где-то, блядь. Шкаф, тыкните. Дармич, с правой стороны, как еще посмотрим, заберешь этих великанов. Фонарь слева. Эту хуйня надо кому-нибудь? Перед на янх надо? Поехали. Смешно, прям аж задыхаюсь. Ладно, ты там найдись. Точно не надо найти? Иди, тебе не надо перчатки? Ясно, блядь. Найс на путь танчить, блядь. Ну, типа, офсет. Ну, я могу взять чисто на транс, если ты отдашь их, мне не нужны. Давай, я все равно здесь буду. Голова. Десятью. Не, Велет, я дам ее катил, он в танк спекает, я катлю, блин. Тебе же фонари не надо? Фонарь, этот якат обмен даже. Дайте только респом и малин раш. Кому там снять? Это хуйня тоже никому не надо. Йокати здесь. Я дико обмен дам. Так, это тоже. Ты потом дам, там еще лут есть на меня. Вот. РПБ, что ли? О, Мирай расчехляет епашку. Дармич, будь пока танком, пока нельзя. Ну ты и у нас танк, поэтому... Да забирайте эту хуйню. Чё, он подамажить хочет?
По правой стороне пока играйте, пачки. Дай дермич через баунд. Бейте, бейте, милики, я с баундом, но прохиливайте. Кто у нас там забирает в итоге? 8500 умираем. Окей. Следующий, как слева пошли. Боты с критом говняны. Дай фонариску. Не-не-не. Они идут как раз. Кисти и боты с критом. Кисти как раз то бизнес, как подстойный петельником. ПС тут на 10, так понимаю. Кидайте обмен, блять, кто там шмотки должен забрать. Кана, будешь брать бистинки на себе? Да, бисовый. Ну, блять, Кана, уклоняться будешь. Ой, есть рецепт сардолика на СПД, типа и малый, и большой. Да почти все. Разбойник ДК Макдроид токи. Мирай, задолбал ты, сколько можно их лутать? Ну, Мирай, реально, ты, блядь, там уже лутанул их штук 5 нахуй. Ну, последний. Так, а смысл? Он ходит в 4-10. 5-10, точнее, он ходит. У него уж 5 кусков где-то. Он сильный. Это 10 друидовская сейчас рулит, да? 9-4, у тебя 5 кусков где-то. Сколько там печенек у тебя друидовских? Токи. Сколько? Мирай за 5? О, один, нихуя себе. О, нихуя себе отказываюсь. Две боешки, ебать. Что забираете? За 3 Мирая. За 3000. Первый раз, то, блядь, говно трэша падает боешки. Прикольно, прикольно. Я хочу драконов. Так, воин, охотник, шаман. Кунка, тебе сильно надо? Ой, с профа, блядь, бое. Кисань. Ладно. В смысле? У меня там одну досталось. Нахилапнуть. Кунка, 10. Ебать, почему так дешево забираю? Да, охуенно. Да я так отдавал уже другим. Никогда в жизни. Сколько? Законка здесь, да? Бля, ну приста, наверное, дорогая будет, вообще не падает, да? Потом приз, паладин, да? Этот пояс. Приготовились, фонарь, только прожмись вместе с дермичом, тушой тут. Поехали. Дали уешку. Прожмись, говорю, блядь, нажми 50%. Тебя 50% хочешь сказать, ревность не сработает? Гэна. Дермич вот точно из баунт не нажал, блядь. Вы должны давать нахуй, ну, все время, блядь, сейф. Мне за спину неудачно зашли. Мы умрём. Блядь, из-за вас все по жопе пошло, нахуй. Смысл тогда собирать, если вы, блядь, кнопку прожимки не можете нажать. Нормально все? Охуеть, выж... блядь, нормально. Я тоже прожился. Так, швепс 10, да? Швепс обмен. Далекая земля. На медведя. Черво уже есть. Пояс танк. А, блять, волю пропустил, кстати. Забыл про меня. Фонарик. Я 3, можно их забыть. Там 10 там уже страшно, нахуй умирают, душат. ХДК, отсыхай давай. Вэллет пошел.
Не дамажащий Мирай. Мирай, у тебя 29 только. Че, не ёбывает. Что, чувал, получается? Ну, откровенно говоря, этот тринкет такой себе. Ну, хотя сейчас аналога нет, он заебись. Руще, на котах, ничего не будет. Охуеть дешево, там умираю, блядь, ва-банк нахуй по ИП пошел. Вы говорите, блядь, дешево. Фонари и серый обмен дадите мне. Угу. Прям сейчас. Дальше. Вот эта хуйня, надо кому-нибудь? Кунка, ты немножко проебался, он не забрал ее. Ох, ты не забрал. Пошли тени бить. О, блядь, чувак уже бис почти нахуй. Ему остался пояс проф, который не падает, хотя у него 260, особо не отличается. 2Т10 надо носить, блядь. Будь там забирают всех. 2Т10, 2Т4. 4Т4. Ну, Т10 это не проблема, оденешь типа не на этом кайф, так на следующем. А так ты уже просто бис одет почти. Типа, по сути, ничего не менять. У меня почти бис выходит, но это тоже не помню, да? Ну да, ты уже почти бис. Так что там по наручиям ставки? Иглю 10, да? Иглю обмен. Кинжал Роги надо кому-нибудь? Ой, Юр, помил. Ой, блядь, задохнуло нахуй. Журбик обмен. Шея. Да. Вот это на тебя фонарь, шея, кстати. Одеваем фонаря. Одеваем фонаря. Аград также не будет, хотя одетый. Бомж. Сейчас пошлите туда. Фонари есть. Доспех никому не нужен, понял. Фонари обмен наш. Шея. Иглю обмен наш. Блять, никому. Блять, вернул. Еще раз. Мирай, блять, все равно не дамажишь, типа замени. В следующий раз забери. Да я. Она у меня просто, короче, это. Спряталась там за флаской и за кристалликом. Заметил сразу. Чуть не распылил, да? Ну да. Не, ну не распылил, но кумак это мне. Ну, проебался немножко. Не заметил сам. Ну и нахватник штаман. Лидега, забери за 10, я следующую возьму. Ну ладно, возьму. Как раз. Вторую ты здесь уж. Один покоритель также взял мой пацан. Давай, рит обмен. Разбойник ДК Макдрэнк. Ну, один возьму. Поступит кто? Да. Это самый токен, который дохуя кому нужен. Стоим тут, никуда не бежим. Самый токен, который дохуя кому нужен. Ай, похуй, ты вообще забираем. Уступят они тебе. Ну. А похуй вообще, я не тороплюсь никуда. А Престовский за сколько уходит? А, все тут были. Я ж так помню, вроде все были. А вы где бьете? Тут или на балконе? Блять, один косарь, господи. Где? На лестнице. Ага. Таро, да? Жесткий тепло. Конечно, на балконе, но лучше на лестнице, пускай так. Типа похуй. В хэме тоже на лестнице можно бьёть. На балконе профитнее, конечно, но балкон 2К. Что там из-под фласки? Эдик, плечи бисовые надо еще вот эти?
Да не, нет, нет, нонсет идет грудь свей. Давай я возьму. Все, давай. Типа... Все, по луту пока все остальное потом. Так, будет фури еще 10, да? Рыбка, да поехали. Есть еще? Бревно фаски раздай. А, я давал саппорт вроде, не? Здесь типа еще лан. РДД фаски. Тут саппорты или РДД какие тут? Ну, а что им раздать, Федик, скажи мне. Все, РДД фласки, хилы только саппорт выпьют. У вас закон? Да не кидайте, господи. Так. Одну минуту. Так, по одной банке буду давать, короче. Да, по одной банке. Это всем миликам тоже? Все, АП, СПД фласки пить. Хилы только сворот. Ну и танки сворот. Мира, и тебе воля нужна, Гир? Хрем отдам. Давайте троить сначала кастеры все, хилам я там сам дам. Потом отдельные саппроты. За СПД фласка обмен. Месяц. Квадрат. Крест. СПД обмен сзади. Звездочка. Рыбу хаваем. Все слушаем, все буду озвучивать. ШПшки на бабушки, можете похуй, сколько освобожденки нанимать, если шарите, как ключки скинуть. Я там, да у меня рекорд. Хватает. У меня рекорд на X2 что-то было там 63, по-моему, освобождение. Ну только в Т10 получится много столик. Хвосты не хватает. Пожалуйста. Маги столик можно? Когда побьете, тогда признаю, что вы, там, не знаю, более менее годный шип. Филипс, я тебе давал. Я помню, короче, когда я в Норты пришел, нахуй. Я ж в Целкогере еще освобожденку набирал и съебал на РНЖ. Я помню, блядь, самый первый рейд Норты, нахуй, пришел, набрал там, сука, по-моему, 43 стака на. А там, сука, тайминг притяжки сбился. Пизда, весь рейд выпанул. Видел такое не раз. Блядь, там просто ебучий тайминг, нахуй, сбился. Это было, блядь, так печально и обидно на самом деле. Поехали. Так, все, вернул в банк. И Ондра ебало, короче, там такое было, типа, бля, чё за хуйня, бля. Филимся, кушаем, давайте быстрее. А она сейчас не дамажит. Серьёзно? Она... Да, они да, наныли, да. Чтоб не дамажить? Фу, ёбаный в рот. Бак, я ударяю от Сирус. Так, лобби портал, мулерат портал не забудь поставить. Ну, вот, примерно около рамба. Остальные РДД ближе к боссу. Примерно тусуйтесь там, около печеньки. Чтобы притяжка ближе была. Так, освобожденка. Шипс, Глю, Блэк Дарк, Малинраш, Холи Швид. Ой, чьи. Смотрите, там много не набирайте. Мы по своим меткам глыбы выносим или похуй? Вы смотрите, если какой-то даун не успевает, помогайте ему, отходите в другую метку. Учитесь нормально делать все. Отбежали, дайте лужу и бэшную. Кто там есть твой у нас впереди? Нет, да, и больших у нас вообще не одной. Ладно, похуй. Метки вынесли, мулераж, протопауэр, чувак, макет фиеста. Давайте быстрее вынесли. Угу. Протопауэр вернись. Позвучивайте кто-нибудь. РДД по крайним склепам играйте. Слева падает. Слева там же падает. Слева близко падает. Лопните по левому склепу, сука, сейчас разобьете, но. Справа близко падает. По правому крайнему больше играть. Все, разбили склепы быстрее. Склепы разбили. Быстро, 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 быстро. Еще быстрее. Все, пойдет. Босс бьем. РДД ближе к боссу подошли. Глю, Акума, Волк, Макэт, Бентли, Холиши. Три хила, смотрите аккуратно, много не набирайте, смотрите.
отбежали быстрее на базу. Если есть, АБ лужу дайте. Свой пстыш, по-моему, АБ, блядь. Если я не ошибаюсь. Я редарк. А ты редарк, и все, понял. Тот дали максимально. Готовимся метки красиво наносить. По красоте очистить. Глю, Блэкдарк, Сиенрицу, Ридика, Фонари, вынесли метки. Блэкдарк в крест, Ридика, квадрат. Угу. Все, спрятались. Справа падает почти по центру. РДД по крайним склепам сыграли. По центру падает прямо. Слева падает, перешли быстрее. По левым стопните. По правой больше дайте. По центру чуть левее. Разбили склепы быстрее. По боссу кайфу. Швейпс, Глю, Акума, Малинраш, Ритика в эфире освобожден. Три хила. Четыре, блядь. Четыре хила. Смотрите, много вообще не набирать. Очень хуёво сейчас освобожден. РДД ближе к басу, сейчас притяжка скоро будет. Отбежали быстрее. Отбежали, отбежали. Бежим, бежим, бежим. Сейчас дальше босс поехали. Освобожденка. Швипс, Акума, Волк, Ридик, Акума, Кэт, Забегулина. Три хила. Четыре хила опять. Сука. Сука. Ну ладно, похуй. Главное, что на второй фазе так не кинул. То будет печально. Убежали. Чувак, Вакун, Акума, Кэт, Загагулина, Жур, вынесли метки быстрее. Давай, я Жур. Бомб. Иди влево. Загагулина, трусы, Загагулина, трусы. Все, пойдет, окей. Слева падает, аккуратно. РДД по крайним сыграли. Слева падает, чуть-чуть перешли. Малинраш, Швепс. Угу. Справа падает, перешли. По правой дальний самый большой, Вондер Вагон. Слева падает. Разбили быстрее. Разбиваем правые склепы. Разбили склепы быстрее. Склепы все разбили. По правым, блять, очень мало дэмэджа. Че не играем вообще? Алло, нахуй. По 350 тысяч. Почему нахуй? РДД ФК нахуй. Обнови портал. Мульнраш. Освобожденка. Швепс, Блэкдарк, Протопауэр, Кумакэт, Бентли, Фиест. Аккуратно, много не набираем. Сейчас вторая фаза. 3 стака максимум. Вторая фаза пошла. Первую метку звездочку. РДД играем по боссу, милики разбивают склеп. Освобожденку смотрим. Три стака, больше не набираем. Ризиков звезду, отошли от звезды остальные. Отошли от звезды быстрее. Все, милики пошли, склеп залили, РДД босса бить. На ком освобожденка может скидывать все стаки. Все равно пока вам нечего делать. Следующую метку в печеньку будет перетяжка, прячемся все. Мираю в печеньку, прожми зеленку там что-нибудь. Прохил рейд. Рейд прохилили. Освобожденку не взрывайтесь, так много. Спрятались за склеп, ждем, будет притяжка. Ждем. Скидываем все стаки. Не разбивайте пока. Стойте. Журб в звезду. Блять, не хочет притягивать. Не разбивайте, не разбивайте пока, не разбивайте. По левой пока играйте, РДД, все нормально. Отошли от склепа дальше, отошли от склепа дальше. Разбили быстрее склеп. Центральный. Волк в центр, отошли от центра. Отошли от центра, отошли от печеньки. Отошли от печеньки. РДД босс пока бить. Милики, склеп идите разбивайте. РДД босс пока бить. Кунка в звезду. Отошли от звезды. Милики пошли, разбили склеп. РДД около стаков много, скидывайте. Скидывайте тоже стаки. Скинули, прохил. Прохил рейд. РДД, эти милики не набирайте так много поражений, юкат чуть нет кейс. В центр сейчас прячьте, в центр печеньку. В центр печеньку. Скидываем стаки сейчас все.
скинули стаки все. Разбиваем склеп сразу. Быстрее разбили склеп. И опять в центр выносим. Забрал. Чувава в центр, все прячемся, будет притяжка. Отошли от печеньки быстрее. Прячемся, ждем, будет притяжка. Освобождем аккуратно. Дай фонарь скоро быстрее. Прожмись фонарь. Прожался. Все, разбили склеп. Протопару в сторону. В сторону, в сторону, в сторону. РДД босса бить, еще будем ждать. Блять, протопавер умер. Ладно. Нам было зубы дать по нему, похуй. Смотри, где я дыханием достану. Чувава в центр, будем сбрасывать стаки все. Отошли от центра быстрее, дай ему зубы. Почуваю. Ой, дай БР по протопава. Пока что. Скинули стаки, разбили склеп быстрее. Холишит влево в звезду. РДД по боссу пока играем. Отошли от звезды. Я поэтому звезду близко ставлю, потому что там дыханием задевает. Ебанутый рэндж. Так, следующая перетяжка будет. Разбили быстрее эту метку. Потом прячемся, Геру даем и добиваем босса. Журб в центр, в печеньку. Прохилл максимально, шилд отошли все оттуда. Прохилл максимальный. Ждем, не разбиваем. Сейчас склеп будет притяжка. Ждем. За склеп спрятались. За склеп спрятались. Ждем, 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 не разбиваем. Отошли от склепа, отошли от склепа дальше. Отошли, отошли, отошли. Все, разбили склеп. Блэкдарк в сторону, в правую, куда мы тюнисе. Геру дали, добиваем босса. Все по боссу играем. Забили на освобожденку, хуй просто дымаем. Я умер. Юкат в сторону. Отойдите от Юкат, сейчас заморозим. У них поеклый купа. Отказывайтесь. Это АТБЛ, хуй, блять, как обычно, нахуй. Ну клык хороший отринял. Ну хоть клык упал, да. Разбейте склеп. Блять, мы сегодня можем получить бонус на ЕП. Как в прошлый раз, обосрётесь на личину? Нет, да. Не проебал, ещё не падает. У нас взлетела тварь. Ребята, дай с ним, пожалуйста. Если Вальку сейчас не ставят... В смысле, вполне соперник? Это что за оскорбление, блядь, больше сейчас было? О, у нас покупали, блядь, без вайпов. Кстати говоря, а разве у Клыка одна минута КД было? По-моему, уж две. Нет, минута. Минута всегда была. Минута. А мне казалось две. Ну ладно. Нет. Пизда, сейчас один. Значит, я дал, не помню уже просто. Мне казалось, что одна. А давно у нас, типа, спасает зубы от дыхания? Не спасают? Блядь! Да, спасают. Реально от дыхания, прям, ДДшника? Вы, блядь, сразу да. Две сагрили, нахуй. А в Хэйме, наверное, не спасают, да? Че, да в Хэйме, по-моему, спасают. Там пофиксили еще это. На X3, по-моему, я заметил. Когда на X2 я играл, точно не спасал. На X2 нет. Оно на X3 вроде. Да там вагоны. Да, блядь, умрите быстрее, нахуй, ебаный в рот, блядь. Уйдите нахуй, чтобы она заебедилась, эта хуйня. Придется вот эту стражущую душу убивать, нахуй, теперь. Да. Вы опять Вальку сагрили. Ну, ребят, нахуя вы идете туда? Господи, нахуй. Что за падла сагрила Вальку, блядь? Еще я умер из-за этого, нахуй. Там надо как-то или всех ждать, или что-то как-то массово проходить, а то, блядь, бичи все. Тихо, иди, летит еще раз. Ебать, вы тут что-то бьете, нихуя себе. Блять, я, сука, три раза не туда портал нажал, блядь. Пиздец. Блять, господи, ебать вас нахуй. Я не знаю, это просто. Изи, блять! Изи нахуй! Так она от тебя пошла обратно на холича, потом снова от тебя. А понял. Ой, блять, господи, вагоны нахуй. Просто вас, идите нахуй просто. Стойте нахуй ФК, если вы тупые, не можете пройти нахуй, я вас суману, блять. Вот реально просто пиздец нахуй. Меня уже это ж бесит нахуй. Я второй раз, сука, прихожу и умираю за вас нахуй. Это ты слышишь, Кирилл, там тебе какой-то, ну не те, в смысле вар какой-то мне пишет, ник по-английски кектус какой-то нахуй. Говорит, гильдию вступить хочет. Хуй знает, кто это, блядь, не знаю. Смотрите там, кто занимается набором. Додзе, блядь, какой-то, нахуй, чё у него тут по ДПС? Ну, меня ещё Холипал 243 спрашивал, можно не отступить.
Ты возьми их, улипал. Посмотри, не, он мне просто на стриме написал, только пока я ангружу, что он написал. Это какой-то странный. Вар этот должен быть. Очень странный какой-то этот вар. Ну, блядь, дискорд следующий раз кидывает. Ну, кстати, да, я там текстовый канал скидывал, кто мне писал, что хочет в гильдию войти. Деринасочка сейчас упадет. Что за мусор, нахуй, не колдуй, говно. Блять, через месяц только добавят, да, в рулетку, наверное? А тебе что, клятва-хранитель, да, сейчас упадет, получается? Боже, нахуй, я пока этому вару, блядь, этому кектусу отвечал, нахуй, сагрил вальку. Боже, блядь, сука, это... Нет, Феникс, ну ты вагон, блядь. Да идите вы нахуй просто, я бы уже давно, блядь, спулил бы нахуй, блядь, и стоял бы на лече, нахуй, если б не вы, блядь, сука, нахуй. Заебали нахуй. Умрите нахуй, просто на низу стойте, блядь, и все нахуй. О, Малинруш, дай шкаф? Там души, блядь, души. Бой, не могу. Блядь, не все, души исчезли. Не знаю, какой товар, блядь, посредствие. Душа и кольцо есть. Лондра, вставай. Это мертвый. 24. 20-10. На фурика. Ну, блядь. Ну, я думаю, он докупил просто. Наверное, нет четырех кусочков. Ну, кстати, 2-2 тоже играбельно, на самом деле. Ну, меньше депса, если не до 10-3. А тут можно на СПД пить? Или тут тоже с саппортом оставаться? Тут же нет валик, да? Ну, этих, которые летают. Вальки тут есть, просто их убивать надо до конца, а не до половины. Не, ну, не, я имею в виду те, которые дамажат сверху потом. Нет, их нет. Тогда на СПД можно. Рыбу хавать. Малинраш, объясню два нюанса. Самое главное, смотри, сейчас вот, короче, стоишь в печеньке, в кресте будет шеркал фонарь, ты шеркаря будешь танчить, и в черепе будут мелизоны. На одного человека кидается чума, подбегаешь крест, не подъебало шеркарю, либо в бок, либо в задницу, тебя диспелят, обратно возвращаешься в печеньку. Дальше, до 70% так бьем, переходим в переходные фазы. Появляются гневные духи. Подъебало к ним не подходим, бьешь гневных духов. White Fury, Protop Power, не знаю, подожди, White Fury, Bentley, посидите на этих сферках. Не, пускай Ридик подиспелит. Ну ты или подиспель, мне похуй, типа, свепс, если тебе можешь подиспелить. На стамину, да. Этот, дальше. Убиваем этих гневных духов, я говорю, блядь, переходим. С этой платформы, где я сейчас прыгаю, вот на вот эту вот, где мы сейчас стоим. Малинраж, короче, ладно, похуй. Стоишь просто в мелизоне, нахуй, под боссом все время во фрейме, как на ребре, нахуй. Когда говорю разбежались, значит разбегаешься, в ту сторону, которая вали летят, туда не бежишь, будет осквернение. Осквернение кидается метка череп, от метки черепа сразу отходите. В осквернение не прыгаем, просто быстро выходим. Желательно ставь портал куда-нибудь под босса, там, не знаю, если на тебя осквернение кидается, нажимай сразу портал. Потом я тебе объясню, как вообще, чтобы мы из тебя валик не снимали, пока запомни это. Дальше опять переходная фаза, переходим на эту платформу после 40%, опять гневных духов заливаем, все повторяется. Дальше третья фаза начинается, переходим обратно сюда и начинаем бить, там просто слушай, что я говорю. Все. Осквернение также разбегаемся, выносим. Если тебя кинет в комнату, там нужно мобу сбить каст. Я не знаю, у демона сбивает этот каст, пет демона. Не сбивает. Если не сбивает, значит вызывай собаку, и собакой будешь сбивать каст. Сайленс.
Как только тебя закинет комнату. Там надо убить Мамая, у него там 300... Я не помню. Уже около 300 хп вроде. Кирилл, тут Ванесила просится в гильдию обратно. Он уже сказал, что играть не будет. Ну, он сказал, что может быть играть не будет, но, типа, у него дела. Но сейчас вот говорит, ну, типа, хотел приглашать. Окей. Может, да, может, РТ не получилось бы у кого, блядь? Не, он не обучил. Он туда не собирался. Он же написал по-человечески сразу. Там пошли вся шайка даун просто за ними. Вот все. В некоторых я очень сильно разочарован, что они такую хуйню вообще несли и высирали. Особенно бойчик там, блядь. Клоун, пиздец, нахуй. А слышишь, и ты не в курсе, почему бойчик не умеет стол ставить? Он мне что-то сказал, я аж охуел, я не знал, что ему сказать. Да, все, забей, нахуй. Пускай он там, блядь, в этой шайке, нахуй, совсем. Ладно, давайте хуйна. Убьем, нахер они всрались. В нем я больше всего разочарован. На остальных не поебать. Бентли тут? Это бойчик какой-то твин их выходит. Подписан у них как твин. Да поебать. Вообще похуй. Никому не жалко, что которые ушли люди. Вообще никому. Время дохуя до Гера. Успеем одеться нахуй. А они, попомните мои слова нахуй, развалятся. Да, так со всеми же гильдами. Они долго не проживут нахуй. Типа я... Вам просто говорю со 100%. А что, эти опять ушли? Не, да? То, не из-за того, что... Нет, не ушли. Не из-за того, что я их там хейчу или что, но просто их не подход и... Их не подход и вообще и отношения, да. И плюс про реалистов. Припоты пейте. РДД в печеньке, миленькие. В черепе, по-моему. Да, в черепе. Носите чуму к шаркалям? Швепс, плохо шилдуешь. Нари, ты помнишь, что там шаркаря сразу не таунти? Угу. Вот сейчас таунти. Чума сейчас первая будет. Одна секунда. Вот теперь выбил. Диспелл. Все, видно, возвращайтесь. Чувак, не спал. Угу, все отлично. Берегитесь. Шаркаря забирай. Ну, при том уже чума нормально настанкал с вами лайком. Молодец. Чума на секунду. Благодар, чума, нить. Диспел, все, возвращайся. Блэкдарк, не стой там. Блэкдарк, прием. Блэкдарк. Как слышно, прием. Босса подводи к печеньке. Блэкдарк, блять. Завис, босс. Понял. Печеньку себе станешь. Настя уйдет тут. Все, переходим на ту платформу. Похуй на Блэкдарк. Переходим за звездой быстрее. К шаркарям никто не подходит. Фонари не забывайте хилить. Чума в рейде. Диспел. Как чума в рейде? На мелком. Ну, Настя, ты, Настя. Блять, короче, нахуй. Сейчас еще шаркари бить, блять. В пиздос, нахуй. Ебаные, блять. Ты ничего забью. АУЕшку дайте по шаркарям. Сверху подбивайте. Шаркарям, играйте РДД в свободное время.
Огневных нет. Сверху подбили быстрее. Блять, и гневные шаркари. Спать вас нахуй. Перешли. Гневному подъебал, не подходите. Шаркаря быстрее добили, потом этого гневного. Прохил. Дай фонарь сыкну. Быстрее гневного добили. За спину все ключу стали. За спину ключу. Загагулина, что ты там делаешь, блять? Подводили ча. РДД сыграйте по рамбу, милики играйте по этому. Настя. Я так, осквернения разбежались. Ушли с подвала. Прохил, журб. От журба отошли. Прохил, журба прохильте. А заражение подхильте быстрее. Ром турсы добивайте. ДЦ надо убивать в первую очередь снимать. Он очень много абсорбит заражения. За спину пока все стали. Готовимся. Сейчас будем разбегаться. Вы разбегаетесь по малому кругу. Все. Разбежались по малому кругу. Сквернение сейчас будет. По малому кругу далеко не убегаем. Будут вальки еще. Отошли. Окей, на мне. Заебись. По валькам сыграли. Подвозили ча. Крамбу, печеньки. В ту сторону. Пускай милики уедут, включай. РДД потом сам сыграет. Быстрее. Так, что будет осквернение? Добили трусы. Осквернение разбежались. Разбежались осквернение, быстрее вынесли. И потом сразу за спину ключу и все. От волка отошли. Блять, ну волк, ну ёб твою мать, ты завис, да, дружок, нахуй? Да, ну, у всех все, походу. Нет? Отойдите, нет. Не хильте его, ну нахуя вы его хилите, блять, ну он же умер бы, блять, мы бы не вайпанулись, нахуй. Ну нет, сука, ну что за люди, нахуй? Слышишь, тут все провисли сейчас. Я тоже подвис уже, развисаю, он на то самое воскренение. Я нормально себе. Много людей подвисли сейчас. Это будет наше проклятие, ёпта. Пизду нахуй просто. Это просьба, блядь, человеческая. Давайте или все побежим сейчас, а то вы сейчас будете агрить валик нахуй. Научимся как-то, может, мимо них бегать нормально. Там маршрут у них такой, блядь, они... А то и так, как бы, блядь, все отдохнуть уже хотят.